Я хочу рассказать несколько слов о нашем сотрудничестве с оператором Теле2 в Казахстане. Это новый оператор, агрессивный, динамичный, который развернул свои сети и провел ребрендинг на свою марку, который приобрел оператора, который работал раньше, МТ-С. Я хочу сказать, что оператор имеет отличную команду управленцев. Он активно и динамично предлагает свои услуги на рынке, и нам очень-очень импонирует его цель – сделать услуги связи как можно доступней, как можно дешевле и при этом отличного, великолепного качества. Когда мы проникли в эту концепцию работы Теле2, мы немедленно предложили им самое лучшее, уникальное по надежности и по мощности на мировом рынке наше решение, которое вы видите здесь, high-end product с высочайшей надежностью и отличной масштабируемостью по небольшим ценам для того, чтобы как можно дешевле сделать услуги для абонентов. Здесь связь простая. Чем дешевле сервис и чем лучше решение в области информационных технологий от поставщика, тем лучше оператор может транспонировать эти выгодные цены на свои цены для своих абонентов, на услуги связи. Таким образом, Сибос, поставляя самые лучшие carrier grade решения для Теле2 по низким ценам, способствует тому, чтобы Теле2 был способен предлагать свои услуги связи высочайшего качества, гибко, полнофункционально, но при этом за самые небольшие, самые разумные деньги. Таким образом, Сибос вносит вклад в деятельность Теле2 в Казахстане, вносит вклад в то, чтобы услуги связи были у Теле2 были качественными и недорогими, предоставляет различные новые и новые решения, которые позволяют оператору предлагать все новые и новые услуги для абонентов Казахстана. Для того, чтобы быть способными предлагать свои решения по невысоким ценам, мы специально создали и развиваем свои офисы в тех регионах, где мы можем предложить свои услуги как можно дешевле. Мы способствуем тем самым реализации стратегии Теле2 на предоставление массовых качественных услуг по невысокой цене. И наше решение отлично работают в условиях, когда абонентская база Теле2 быстро растет, они набирают новых и новых абонентов, и их услуги будут стоить все дешевле и дешевле, потому что стоимость наших услуг для Теле2 также становится все дешевле с ростом абонентской базы. Чем больше у Теле2 абонентов, тем дешевле каждому абоненту Теле2 будут обходиться услуги связи от этого оператора. Ура!